Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень признателен вам, что вы пришли сегодняшний концерт в Проруби. И я думаю, что у вас будет возможность и время все-таки наверстать упущенное после концерта. Сегодня большой день гитары. Я не оговорился, действительно, мы первый раз в этом году собрались и выступаем, и при входе лежит гитара. Как я понимаю, это новый способ взаимодействия с публикой. Каждый оценивает то, что происходит. Если он оценивает, значит оценивает. Не оценивает — гитара пустая. Но не будем на этом останавливаться. Сегодня для вас выступает «Первое солнце», и следующая композиция называется «Точка зрения». «Точка зрения». Я когда был маленькой, сейчас, наверное, в это трудно поверить, я часто ходил на ВДНХ, и там были свиньи с огромными достоинствами и огромного роста серпы с ржаной какой-то вот свисающей такой вот виноградной гроздью. И меня переполняла гордость. Гордость за страну, гордость за то, что мы дадим достойный ответ американским империалистам. И вот такая точка зрения меня очень устраивала. К сожалению, она разрушилась, но память о тех событиях неизгладима. Точка зрения. Thank you.
этимология, интересная очень вещь. Я, например, с радостью узнал, что обычные слова имеют очень важное значение. Ну, например, белка от слова «мелькать», «мелькать», она мелькает в кустах или там на деревце, и белка, понимаете? Волк от слова «волочит хвост», волк. Заяц – это, ну, это старославянское «заяц», ну, то есть как-то так бегает, да? Ну, вот, ну, ведмедь – это понятно. А что такое слово «удача»? Ну, лично для меня это выезд из Москвы на дачу, конечно. И вы знаете, как будто клешни, вот где-то спустя 50 километров, вот отпадают, если, ну вот вырвался гад, ну ладно, отдыхай, обязательно. Удача большая выбраться из Москвы, удача большая кому-то или другу, или если у кого-то есть своя собственная удача, вырваться, то я замечательно. Это прекрасное состояние, прекрасное настроение, удача, наверное, сродни этому. Ну, кстати, кого интересует покупка недвижимости, ландшафт, пожалуйста, обращайтесь. Удача! We'll be right back.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Сейчас такая макушка зимы, и когда смотришь на эти сугробы и думаешь, неужели под ними возможна жизнь? Я вас уверяю, там живут червячки, бабочки. Ну, немножко не та, не те условия для развития. А ведь скоро будет лето, в это трудно поверить. И вы знаете, что происходит летом? Летом тополя роняют пух. Очень много этого пуха. И вот как-то я в очках шел, черных, чтобы не попадало в глаза, и вижу под одним деревом молодые. Они очень тесно сидят друг с другом и обследуют наличие мелочи в карманах друг у друга, ну, наверное, не подозревая об этом. А рядом сидела дама с ребенком, коляску вращала. И она была еще к тому же и беременная. И вот она смотрела на этих двух молодых любовников, и в ее взгляде была какая-то ей непонятно совершенно, какая-то тоска вот по этой вот романтике, поэтому вот никто больше ее так, наверное, уже не будет гладить. Вот эта ситуация очень интересная. Лето, молодость, гормоны и уже какое-то начало созревания. А при чем здесь бабочки под снегом? Первый день лета, так называется композиция. Thank you.
В школе был день антифашиста, впервые в жизни мне дали микрофон, я слышал свой голос, ужаснулся, стал плакать. Это признали политической слабостью. Поэтому я считаю, что я был, может быть, даже буду поменьше говорить, а побольше, может быть, даже сыграю. Следующие две композиции, я не буду их разделять пространными эпитафиями. Она называется «Звездная ночь». Ну, конечно же, Крым, конечно же, опять же, молодость, возможно, легкий мускат и падающие звезды. Небо столько много всего дает. Падающие звезды, облака, чуть-чуть окрашены таким вот багряным отблеском заходящего солнца, воздух, напоенный полы. А что мы хорошего даем небу? Что? Вот об этом я и задумался в композиции «Звездная ночь». А следующий рассказ за этим будет пьеса «В поход». Это о том, как важно помнить свои юношеские идеалы, потому что я в детстве хотел быть летчиком, космонавтом и таксистом. Ничего из этого, к сожалению. Две пьесы. Я гимнастеркой хотела быть. Гимнастеркой. Просто гимнастеркой. Солдатская. Мы сейчас просим у еще присутствующей публики, кто хотел. Конечно, у каждого это наболело. «Звездная ночь» и «В поход». Thank you.
восхищение, а также угнетение и порабощение. Внутренний протест растет. Авраамические религии всячески намекают, что нужно прятать волосы в платок в присутственных местах и так далее. Женщина не выдерживает и уходит в представительницу, ну скажем так, традиционного бизнеса. Вот такая история необычная. На дороге случилась с одной такой дамой. Может быть, она таким образом показывала всю простоту и тщедушность мужской натуры, а может, просто зарабатывала таким способом. Но одноклассники по школе встретились на дороге. История об этом, почти по Мопассану. Динара. Сейчас, подождите, кто может на искусство на 3 минуты пожертвовать пиджак? Есть смелый мужчина? Пиджак. Пиджаке. Пиджак. Что, никого в пиджаках? Я вижу патриоты, да? Спасибо большое. Да. У кого есть туфли 46-го? Готово. Динара. Thank you.
Проверьте, пожалуйста, документы, там бумажник. Сегодня крещение, замечательное время, морозы, снег. Я опять же напоминаю о том, что у вас будет возможность сегодня к этому приобщиться наверняка. Вот. Но тем не менее, внутри каждого из нас живет язычник. Ну, не знаю, как здесь, в другом публичном месте стоит немножко выключить свет на некоторое время. В этом многие сразу убеждаются. Следующая композиция называется «Синь камень». Она посвящена некоторым проявлениям языческой натуры в цивилизованных условиях нашей страны. «Синь камень». Композиция называется «Встреча». Мы сейчас лишены такой возможности. Мы с вами встречаемся в интернете, в социальных сетях. А вот вы давно ли слушали свои ощущения, когда получаете сдачу у продавщицы? Вот дотронуться до ее руки, когда она дает сдачу. Мы теряем общение, мы закрываемся. В этом безопасно, конечно, безопасно. Но как высказаться
близкому, интересному человеку, бесконечно родному, но чужому, потому что ты не можешь просто подойти и сказать, что ты мне нравишься или не нравишься. И вот так вот подойти, взять за руку и сказать, что ну наконец-то встреча произошла. Меня зовут Жора. К примеру. Встреча. Такая необыкновенная роскошь. Человеческое общение и встреча с близким человеком. Встреча. Thank you.
Следующие две композиции – это «Тревоги и надежды». Всегда очень интересно перед каждым концертом, какая публика, какой зал. Будут ли греметь бокалы, будут ли звонить телефоны. Всегда, конечно, волнение, безусловно. Всегда существует такая тревога, ну и, конечно же, надежда. Вся наша жизнь, она так вот мерцает между этими двумя составляющими. Ну, в том случае, конечно, если вы не состоите в партии «Единая Россия».
тобой. Я вижу очень много пар. Как говорил мой отец, жизнь прожить не поле перейти, а с тещей так это вообще материк. Вот. Но тем не менее, как-то уживаемся, учимся друг у друга терпеть. Сегодня мы пили чай с Петей в таких стаканах, Липтон, по-моему. И Петя сказал, как хорошо, что человеку даны два дара. Так, два дара. Это умение прощать и просить прощения. Взаимные уступки. Нет единой правды какой-то истины. С тобой. Пьеса, наверное, все-таки действительно же о любви. Не сентиментальной, а глубокой, прожитой. Вместе много-много времени. С тобой. Знаете, так важно ценить хорошее, что происходит с нами, радоваться чему-то, радоваться и, как можно радоваться, только возлюбить свою жизнь, возлюбить себя каким-то образом, хотя как посмотришь в зеркало, боже мой, личность хочет есть, наверное. Но тем не менее, принять себя и получить радость от жизни, это, оказывается, не так просто. Да. Следующая композиция называется «Моменты радости». Вот у нас все есть для счастья. Вы знаете, у нас есть рубашки, некоторые даже свои пиджаки отдают. У многих есть автомобили, телефоны, у многих уже выплачен кредит. Столько возможностей порадоваться. Сегодня суббота, и, в общем, в каких-то странах даже не знают, что такое снег, а мы можем спокойно в него падать, обтираться после бани и лепить из него всякие непристойности. Вот. Это же так замечательно. Ну вот и все. Моменты радости. Thank you.
Мелитополе, Мариуполе. Мелитополе. Раньше уйти, чем позже. Мы так спокойно и тихо заканчиваем сегодняшнюю программу. У себя будет последняя пьеса. Вот. День гитары ждет восприятия. День гитары? Ну,
Я думаю, что мне сказали, что сейчас новая система в клубе. Если группа вызывает какие-то эмоции, то она вызывает эмоции, а если не вызывает, она, как правило, эмоции не вызывает. Ну и так далее. Мы постарались это объяснить более материально. Величальная. Так называется заключительная композиция. Она посвящается всем вам. Многие сегодня пришли. Я очень рад видеть много очень новых лиц. И очень доволен, что такой клуб соизволил нас пригласить и выступить. И замечательные музыканты сегодня собрались здесь, чтобы порадовать друг друга, себя и, конечно же, вас. Пьеса называется «Величальная». Будем все здоровы, что называется. Thank you.
сегодня дарили частичку своей души замечательные музыканты. Я хотел бы представить каждого из них. Виолончели, вокал, художественный свист, неотразимые впечатления, определенные часть публики. Дарья Львовна Лавать. Просто очень хороший человек. Все, как у тебя, Володя.
Thank you.